В городе Пытьях, например, очень сложная вода. И в школе, в детских садах при помощи наших технологий мы сумели очистить воду до питьевого уровня. МАО очень активно мы работаем именно с Нефтеюганским районом. Сейчас на рынке достаточно много всяких организаций, которые продают свое оборудование, говоря о том, что это единственное, что почистит нам воду. Но года через два выясняется, что оборудование не справляется с водой. Наша северная вода очень техничная, ее чистить непросто. Поэтому администрация Нефтеюганского района часто прибегает к нам как к экспертам в области водных технологий. Приглашает нас для того, чтобы обследовать то оборудование, которое было установлено, как-то его модернизировать, либо полностью изменить технологию для того, чтобы получить чистую питьевую воду. Нас приглашает также выступать в качестве экспертов при проверке проектов именно вот этих новых водоочистных станций. То есть на предмет того, будут они работать в данном регионе или не будут они работать в данном регионе.